терпимо. То есть я правильно понимаю, вся загвоздка именно короткий импульс. Именно. Не надо давать затухать импульсу. Но ты сейчас пристал. Дошли до меня обрева за секунду. Но если еще миллион накрутить, ой-ой-ой, можно такие вещи здесь сделать, что дай бог. Разрядник, наверное, выгорает. Если дождевник поставишь, ну, сгорает, ну, не могут заставить работать. Они же у меня хотели украсть это. Даже и грузинового, которого я привел, его купили. Ну и вот что-то, какое-то чутье меня спасло, меня, что вот я уже готовлю техническую документацию, чтобы им передать. Но когда они уже гарантию мне вложили, я все остановил. Но что видел этот грузин, который был со мной, он им передал это все. Но все равно мощности они не могут нам дать. А все перед носом. Да, до сих пор Девочки. даже не верит, что это возможно. Ты поймешь, что вообще-то большой умница это Менчук. Так, а что он сделал, я не могу понять. Он очень близко подошел. Но почему-то сейчас направление изменило, пошел в сторону магнита. У него есть очень умный парень. Но я с ним познакомился буквально несколько дней тому назад, мы с ним говорили вот По имейлу. по имени. Тогда говорили, что я у него пошел что-то покупать. Оказывается, опять же, как выясняется, один грузин тоже там помухлевал. А Гоча Табатадзе такой был? Был. Мне про него Хороший. рассказывали, что он тоже получал без заземления на обычном трансформаторе. Вот что я хочу тебе сказать, знаешь, это Гоча Табатадзе. Первый раз в жизни такую установку увидел у меня. То есть он украл. Не, не смогу, да. Там крутилась маленькая афера. Ну, я-то знаю, что он делал. Но все про мертвого не говорят, неплохо. Ну, конечно, да. А то этот немец к нему приезжал, но он его даже домой не пустил. Послал ко мне. Если он мог желать, так чего он его ко мне посылал? Ну, он-то у меня увидел все это, но его предложения были просто неприемлемы. Сделай, говорит, 50 штук, дам столько, сделай, говорит, 100 штук, дам столько. Я говорю, ты что, у меня покупаешь установку или в чем дело? Ну, об этом и говорить не стоит. Ну да, пусть земля ему Ну, пухом. сейчас вот, я, в принципе, это знал его, один аферист есть такой, Мевлюд. Как с ним порвал, так и порвал с ним. Он у торта, в этот Мевлюд 200 000 евро взял, а у меня там осталось заложники, так сказать. Но после этого я и туркам запретил его пускать туда, а сам-то вообще к нему близко не подходил. Потом он изобрел этого бедного Гочу Табатадзе. А вот это Гоча Табатадзе, моего друга, двоюродный брат, отца, сестры, сына. Но он
перегнул палку, ну, в смысле своего здоровья. Днем и ночью пил. За Был что? тренер. Потом у него авария случилась, у него зубы между. Били у него причины пить, но не мог переварить это, что за его ошибку умер человек и что-то вот такое. Ну. Вот так, дорогой Денис. Понятно. А Мельниченко написал, что, оказывается, не Тавел с ним встречался, а Мевлуд встречался. Это Джули. Этот жулик. И он дал ему поговорить по телефону с якобы Тариелом один раз в жизни всего. Я переписывался с Мельниченко, он там мне все написал. Да, вот мы с ними